Я спикер и организатор Крымской конференции по косметическому татуажу. Сегодня нашу конференцию посетили многие специалисты Крыма и России, что приятно удивило. Это говорит о том, что действительно темы были интересны, и я смотрю по реакции участников, им очень нравится. Они подходят и благодарят, и говорят большое спасибо. Я приехала в Крым из Москвы. Хочу сказать большое спасибо Надежде за то, что пригласили на такое безумно крутое мероприятие. Я рассказывала по теме «Клиент покупает глазами». Надеюсь, было интересно. Сегодня я приняла участие в Крымской конференции по косметическому татуажу и освещала тему клиентов, которые очень сильно раздражают. Мы рассмотрели техники, посмеялись, пообщались. Мне очень нравится вести мастер-классы для этой аудитории. На конференции я второй год. Первый раз я приезжала в качестве слушателя. Я приехала с новым докладом на нанопыление губ. Я думаю, что в дальнейшем я буду приезжать сюда чаще. Я приехала с Украины, город Днепропетровск. Конференция на высшем уровне. Докладчики с очень интересными темами. Учтено все, что касается спикеров, а также то, что касается участников. Я из Симферополя, и сегодня рассказал о том, как правильно поддерживать себя в активной и рабочей форме. Показал основные упражнения, которые позволят любому человеку с минимальными затратами усилий и времени поддерживать себя в активной форме. На самом деле я к крымской земле имею непосредственно отношение. Когда меня пригласили, я был безумно рад приехать именно сюда. Моя тема доклада была техническая составляющая качественного перманентного макияжа. То есть я говорил о технике. Публика меня приняла очень, скажем, любопытно. Очень много было вопросов, на которые я дал ответы. Сегодня я принимал участие в конференции по косметическому татуажу. Я, в частности, раскрывал тему о том, как легально работать в правовом поле, применяя перманентный татуаж. Мероприятие очень хорошее, прошло на должном уровне. Организовывает его в очередной раз Надежда Косолапова. Ей огромное спасибо, потому что труд по сравнению даже с прошлым годом, мы видим, произведен был очень колоссальный. Я приехала в Крым с Краснодара на Крымскую конференцию к Надежде Косолаповой. Я очень довольна, я узнала очень много того, чего мы, допустим, не знаем, потому что по практике мы учимся постоянно. Очень приятно побывать на конференции такого уровня, очень приятно, что в Крыму проводится такого уровня мероприятия. Я всем рекомендую как начинающим, так и практикующим мастерам посещать такие мероприятия. Хочу, конечно же, отметить спикеров, которые очень добросовестно подготовились. Доклады все были крайне интересны. Мы могли подчеркнуть для себя очень много нового, очень много полезного, потому что не на каждом обучении мы можем одновременно затронуть все аспекты нашей работы, то есть и юридические основы, и вопросы там, здоровья мастера, различные техники, новинки. Хочется отметить, что такие титулованные спикеры здесь – это Михаил Меч и Юлия Шип, которые, по-моему, на слуху у всех людей, которые занимаются татуажем. Спасибо большое Надежде за то, что она организовала ее. Рада, что наконец у нас в Крыму проходит конференция такого уровня. Очень здорово, что приезжают спикеры такого, он тоже такой известности, такой, как бы, с такими интересными рассказами, раскрывают все интересующие нас вопросы. Очень приятно видеть коллег. Отдельное спасибо и, как это, респект и уважуха Наде Косолаповой. Молодец, умница!